Антикоррупционная мобильная группа провела выездной семинар в городе Абай. Школьники и преподаватели прошли психологический тренинг по профилактике коррупционных правонарушений. Наш корреспондент расскажет подробнее. На тренинге под названием «Свобода и ответственность личности» приняли участие 20 школьников. Его организовали внутренняя политика Абайского района и департамент агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области. Детям разъяснили важность формирования общества без коррупции и причины возникновения взятничества в игровом формате. Дети сегодня заявили очень интересный момент. Они все сказали, что да, они против коррупции, но, как выяснилось, никто не задумывается, что это такое и почему она опасна. Очень понравился результат, потому что дети проговорили, что да, имеет смысл задумываться, понимать, к чему это приводит, что это дает и что все это зависит от нас. Данасыл Фермитай – ученик 9 класса общеобразовательной школы города Абай. Школьник отметил, что специалисты преподносят информацию в легкой и увлекательной форме. И он узнал много нового. Каждый должен задуматься о проблеме коррупции. И каждый должен нести ответственность за это. Многие люди мне говорили, что вот коррупцию бороться может только правительство, там, вышестоящие люди. Но вот сегодня мне объяснили, я понял то, что каждый из нас может бороться против коррупции, и каждый может как бы внести вклад в борьбу с коррупцией. Стоит отметить, что в 2020 году Казахстан вошел в число 100 наименее коррумпированных стран мира, заняв 94 место. А начиная с 2022 года страна занимает 103 место. Дин Мухаммед Амангазулы, Эркебулан Бекхожин, Нуржан Табрис, телеканал СРРК.